Рита Корнилова давно хотела зарегистрироваться на сайте госуслуг, но, признается, не знала, как это сделать. Да и новые технологии даются ей тяжело. Знакомые подсказали, что самый простой вариант – это обратиться в многофункциональный центр. Маргарита Владиславовна так и поступила. После работы зашла в МФЦ и, получив талончик на входе, приготовилась стоять в длинной очереди. Но свободное окно появилось буквально через минуту. Здравствуйте. Я хотела бы зарегистрироваться на портале госуслуг. Присаживайтесь, пожалуйста. Будьте добры, ваш паспорт, СНИЛС. Для регистрации на портале госуслуг нужно всего два документа, которые, как правило, всегда под рукой. А саму учетную запись создает специалист центра. 5 минут ожидания и готово. Мы вас зарегистрировали на портале госуслуги.ру. Пароль для первого входа вам пришел на ваш номер телефона в СМС. Его нужно ввести на сайте госуслуги.ру. Отлично, спасибо большое. Маргарита рассказывает, что процедура регистрации очень простая, а специалисты центра охотно ответили на все вопросы. Кроме того, регистрация на госуслугах именно в МФЦ имеет еще одно преимущество. Почему в МФЦ? Потому что регистрация в МФЦ позволяет получить сразу подтвержденную учетную запись, которая, в свою очередь, позволяет пользоваться всем, что есть на этом портале. Теперь Маргарита Корнилова сможет подать заявление на получение загранпаспорта, записать ребенка в школу и получить справки, не выходя из дома. После регистрации на портале госуслуги заявитель может записываться к врачу, проверять свою налоговую задолженность, штрафы, также контролировать свои пенсионные накопления. Портал государственных услуг посещает около 10 миллионов человек в месяц, а всего в системе зарегистрировано более 100 миллионов пользователей. Александр Гузаев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.